Да, туса. Алло. Да. Алло, Кирилл. Алло. Да, тебя показать? Алло. Да. Да, да, меня надо показать. Ну. Смотри, на, снимай. На тебя сейчас снимает звезда. Привет, звезда. У меня есть ключевая цель. Мне... Мне надо, чтобы ты охуел в нуле. Смотри, это даже шпигай. Ты готов охуеть? Ну, давай. Точно? Ну, давай. Ты помнишь логотип Лиги Кубизма? И вы помните логотип Лиги Кубизма? Блять, ну не... Сука, какой ты долбоёб, блядь. Ты такой долбоёб, сука. Какой ты еблан. Бля, я тебя сейчас из друзей удалю, нахуй. Кто все меня удалит, говорит? Долбоёб. Бля, Шрек Луни, он долбоёб, блядь. Я согласен. Бля, давай это, по рофлу вообще нахуй навсегда концерты отменим, чтоб он ходил с этой хуйней, еблан, блядь. А знаешь, что рофл, Кирилл, Кирилл, он тут же, он же тут даты написал разные, вот, да подожди мне это. И вот тут, тут даты второго концерта, только еблан-татуировщик вместо тройки написал восьмерку, блядь. Я такой, это знак, надо 8 числа проводить. 12-го, 8 месяца. Пиздец, блядь. Ну все, это новая дата коллекции концерта. Пиздец, вы можете не надевать эти носки, если вы не хотите. Зачем бахилы надевать на носки, кстати, вы заметили? Вот это? Ты долбоёб! Почему? Ты долбоёб! Почему? Сейчас. Долбоёб. Ну крутой ты, мистер Туса. Почему? Это круто, это хайпово. Это хайп, 100%. Я надеюсь, все такое буду делать теперь себе. Да? Нормальная тема. Я официально заявляю, каждый, кто сделает такую татуху, получит бессрочный вход на все концерты Лиги Кубизма. Бесплатный. Ничего себе. Да. Ну давай. Прикинь? Да. Круто. Ну все, пока. Давай, пока. Я надеюсь, это переводнушка Малабар, знаете, от жвачек, он просто отскребал и выложил вот так вот, и переводнушку, блядь, Малабар сделал. Блядь, чё, долбоёб, что ли, сука? Пиздец, блядь. Сука, один концерт провёл и уже сделал татуху. Чё, долбоёб, блядь, чел, ты чё, ёбу дал, нахуй? Чё, еблан, блядь? Гля, еблан, я в ахуе. Крутой. Я еблан, я еблан! Пиздец, ёбан. Чё, сел, садись, блядь!